Аварий в Чебоксарах по вине водителей пассажирского транспорта стало меньше. Это по сравнению с прошлым годом. Однако нельзя сказать, что их число сошло на нет. Чаще всего водители общественного транспорта превышают скоростной режим или правила посадки и высадки пассажиров. 40 нарушителей привлекли к ответственности за этот год. Это только по итогам выездных проверок на дорогах администрации Чебоксар совместно с сотрудниками ГИБДД. Нарушения фиксирует и система «Безопасный город». На основании представленных видеоматериалов отделом ГИБДД по городу Чебоксары 156 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил посадки и высадки на остановочных пунктах и несоблюдение правил остановки или стоянки транспортных средств на пешеходном переходе. Система ГЛОНАСС анализирует выполнение рейсов и регулярность движения общественного транспорта. Кроме этого, она передает данные о скоростном режиме. Но так как система не является измерительной, привлечь к ответственности водителей не могут. Зато видна картина, кто и сколько нарушает. За июль месяц в среднем на одно транспортное средство на 33-м маршруте было 19 нарушений скоростного режима. То есть мы фиксируем скорость выше 82 км в час на территории города. 45-й маршрут 33. В среднем нарушение на одно транспортное средство зафиксировано на данном маршруте. 46-й маршрут 19 нарушений. 47-й 21 нарушение.